Он прошел 8 курсов химиотерапии и продолжает бороться за свою жизнь. Однако средства, которые удалось собрать на лечение Миши Карташова, закончились. Мальчик вместе с мамой находится в израильской клинике. Там на днях должна была пройти операция по пересадке костного мозга, но она оттягивается. Израильские врачи не берутся оперировать без денег. Родные Миши вновь обращаются к одесситам с просьбой помочь. Необходимо более 150 тысяч долларов. Татьяна Милимко далее. Это колясочка, это мы гуляем на улице. На этих фотографиях маленький Миша Павлега. Боже, боже, лапушка маленькая. Тут его родные еще не знают о страшном Мишином диагнозе. У него нейробластома 4-й стадии. 2-летний малыш борется за жизнь в Израиле. Его сестричка Настя переживает за брата дома. Я радовалась очень сильно, то, что у меня братик появился. Я счастлива, то, что у меня есть братик младший. Но есть одна проблемка, то, что я за ним очень скучаю. Хочу, чтобы он скорее вернулся сюда. То, что он мой самый любимый братик на всем белом свете. Я очень его люблю. Вот так Миша выглядит сейчас. Мама, которая рядом с ним всегда, каждый день высылает родным в Одессу свежее видео с сыном. Благодаря небезразличным людям, которые помогли собрать деньги на лечение Миши в Израиле, мальчику уже сделали 8 блоков химиотерапии. Перенес, конечно, он их очень тяжело. Были все вытекающие плохие последствия. И кровь плохая, и анемия была, и полностью не было иммунной системы. По окончании последнего курса должны были сделать пересадку костного мозга. Это нужно уже было сегодня. Должна была быть как бы пересадка костного мозга. И так как денег нет, лечение приостановлено. На операцию и реабилитацию Мише необходимо 150 тысяч долларов. Врачи дают оптимистические прогнозы на выздоровление малыша. Он борется, он борец. Ему было плохо после химии, ему было тяжело, но тем не менее он борется. И так как организм еще молодой, у него есть этот шанс. Я прошу просто всех добрых людей, которые слышат меня и видят, чтобы отозвались и помогли нам. Потому что маленькая лапушка. Мы хотим, чтобы он был с нами и живой и здоровый, конечно. Мише Павлеге можно помочь переводом средств на карточку его папы. Есть и кошельки в WebMoney. Деньги можно передать при личной встрече с родными мальчика. Контакты вы видите на экране. Маленький Миша способен победить болезнь. Татьяна Милимко, Дмитрий Бондаренко, 7 канал.